латинская команда, они приветствуют друг друга. Мы желаем им... Вперед сейчас, удалит таком самоды, прострельная передача, едва-едва автогол, не случайно, ведь надо удар, еще удар, и Килбелев из-под перекладины, удар по воротам, и будет ли добивание, перед собой, Талисгиреев, право на Гусейнова, прострел, это на ближнюю штангу, по-моему, даже удар по воротам был. Классный удар, повар. Ой-ой-ой! Забивает гол сейчас Даком. Это как раз таки Даком Цумада. Бежит она. Самому можно решать. Обыгрывает вратаря падение. Что показывает арбитр. Сейчас Кина левым флангом атакует. Неплохо как раз Кина Нурадинова последовала передача. Ну и тут. Подача. Удар. Так оно есть. Передача. Бить надо. Амина. Опасно как. Отдать уже под удар или пробить? Без единой ошибки, пока Рамазан Абдулатипов попробует эту встречу. Муртазали Магомедов, удар 2-0. Удар 2-0, так пробивать, конечно, такое не снилось. Сирожден Магомедов. Нет, это Адам Хабибулаев был с левого фланга. Он в обыгрыш, удар по воротам. К арбитра удар Хабибулаева, вратарь. Забирает мяч. Может сам, в принципе, Закир решать. Удар рядом со штангой.